Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о расставании Вики Романец с Антоном Гусевым. В октябре прошлого года Антон расстался со своей супругой Женей Феофилактовой. И уже в декабре он объявил себя парой с Викой Романец. Недавно поклонники заметили, что из микроблога Вики внезапно пропали совместные фото с Антоном. Журналисты связались с Романец, чтобы понять, что происходит между ними. Вот что она рассказала. «Мы с Антоном больше не пара. О причинах не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что не было измен ни с моей стороны, ни с его. Существуют и другие причины, по которым можно расстаться. Могу сказать, что мне эти отношения были нужны больше, чем Антону. Позавчера произошло нечто, что стало последней каплей. Больше я не могу спать с ним в одной постели, говорить, что люблю, он убил мои чувства». Вика даже хочет свести татуировку, посвященную Гусеву. Она сделала ее под грудью совсем недавно, в конце января. Вика рассказала, что Антон пока не может смириться с ее решением. В его инстаграме все совместные снимки на месте, в комментариях он публикует признание в любви Виктории. Антон считает, что Вика просто вспылила и пытается ее вернуть. Не так давно Гусев и Романец вместе снимали дом, однако теперь они покинули общее жилье. Романец рассказывает: «Дом мы сдаем 1 числа, я сейчас ищу квартиру, не думаю, что у меня будут с этим проблемы. Сегодня я уже не ночевала в особняке. Даже не знаю, увез ли он свои вещи, но сказал, что этим вечером оставит ключи. Он мне, конечно, писал, хотел встретиться, поговорить, а что нам обсуждать? Я молодая, красивая, у меня свои мечты и цели. Прощу ли я его? Даже не знаю, ведь все равно осадок останется». Фанаты проанализировали слова Вики, когда она заявила, что произошло нечто, после чего она не хочет с Антоном делить постель. Зрители тут же вспомнили скандал, который взорвал сеть несколько лет назад. Тогда были обнародованы факты, которые указывали на нетрадиционную ориентацию Гусева. Пользователи уверены, что Вика узнала об этом, и этот факт стал причиной их расставания. В ближайшее время Романец планирует отправиться в путешествие. Поклонники уже успели расспросить Женю Феофилактову о расставании ее бывшего мужа с Романец. Она ответила, что ей пофиг, расстались они или нет. Обратно она его в свою жизнь не пустит. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.